графика, абстракционизм, классическая живопись, импрессионизм. Выставка «Многоликая палитра» собрала картины различных направлений и жанров. Ее торжественное открытие состоялось в культурно-досуговом спортивном центре «Ершовская». Свое интересное название экспозиция носит не просто так. Очень много красивых, талантливых работ в разных жанрах и в разных стилях направления изобразительного искусства. Вот, поэтому здесь можно увидеть в разных техниках работы. Поэтому мы назвали «Многоликая», много разных образов. 52 художника под чутким руководством Анны Шмелевой более года оттачивали свое художественное мастерство. Результат превзошел все ожидания. Высоко оценивают работы не только любители, но и профессиональные художники. Мне очень понравились Анины картины. Она изобразила своего отца, изобразила своих знакомых. Она любит рисовать, видимо, людей, и это чувствуется, потому что от них идет свет, доброта. Вот. Дети разнопланово рисуют, и очень любопытные картины, посвященные пасхальным дням, посвященные Дню Победы. Юля всего 12. Несмотря на юный возраст, она уже успела поучаствовать в нескольких выставках. В этот раз представила две свои любимые картины. Искусство для подростка – это возможность дать волю своему безграничному воображению. Можно изобразить костюм, который ты хочешь, как-то им все поменять, прическу какую-то, например. То есть я не могу ходить с ровными волосами, у меня, в принципе, они от жизни вьются. А так я могу себе спокойно нарисовать человека с ровными волосами. Талантливый человек талантлив во всем. В этом лично убедились гости выставки. Дети не только мастера кисти, но и искусные танцоры и певцы. Свои таланты они продемонстрировали на открытии. На выставке можно увидеть более 150 работ. Многие из них принимали участие в международных конкурсах и завоевывали первые места. «Многоликая палитра» проводится уже 6-й раз, но каждый год она производит на зрителей уникальное впечатление. Эмилия Аркелян, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».